Мы приглашаемся боксера 16-й пары. Представляем вам вторую полуфинальную пару. Весовой категории 81 килограмм красного блока. Илья Дроздов, Центр физической культуры и спорта. Никита Лебедев, школа Олимпийской надежды. Спасибо.
Ввиду отказа секунданта из красного угла, победа присуждается боксеру из синего угла. Он проходит финал. Не Никита Левиев, школа физической надежды. А его соперник Илья Дроздов, центр физической культуры и спорта, награждается за третье место. Рефи это поединка Сергея Ярос, судья всероссийской категории. Награждает призера тенниса Санкт-Петербурга по боксу среди юниоров. Грамоты и вопросы о медалях.